К другим темам. Целебный, полезный и вкусный. Кумыс. Казахстанцы считают этот кисломолочный продукт национальным, называя его брендом нашей страны. Правда, такого же мнения жители нескольких других стран. Наш ли кумыс, выясняла Айгерим Уздыбаева. По данным учителя истории с 25-летним стажем работы Эльмиры Бедиловой, кумысом в свое время восхищались такие всемирно известные личности, как Геродот, Авиценна, Марко Поло и даже Пушкин. Но вот официального подтверждения, что данный напиток впервые был приготовлен на территории Казахстана, нет. Нам бы хотелось, чтобы нас напиток кумыс назвали нашим, казахстанским. История коневодов начинается именно в Казахстане. 5500 лет назад наши предки впервые начали, то есть одомашнивали лошадь. И мы по праву, наверное, претендуем на это. Но так как на это претендуют почти все кочевые народы, казахстанцы до сих пор не могут предъявить свои права на кумыс. Запатентовать его попросту нельзя. Получить охранный документ можно только на новый способ изготовления этого молочного напитка. В различных СМИ некоторые сетуют на то, что кумыс запатентован в Германии. Отмечу, в Германии никто не получал патент на кумыс, только на способы его изготовления. Сейчас в Казахстане национальным заявителям выданы патенты на таблетированный кумыс, а также на сухой кобылье молоко, то есть тоже на способы производства. Заявки могут быть поданы на подобные способы изготовления козы, кожи или курта. Издревле кочевники верили в целебную силу кумыса. Его использовали для лечения различных болезней, для укрепления ослабленного иммунитета и для омоложения. Употреблять его можно даже детям. Примерно с года, когда в его рацион попадают блюда с общего стола. В отдельных случаях можно и до года, но только свежий кумыс, простоявший не более суток и в малом количестве. Примерно в сутки для взрослого человека это 1-2 стакана. Начинаем с малого и увеличиваем. Для ребенка примерно 0,5 стакана или 1. Но также ребенок должен быть подготовленный, конечно. То есть просто так сразу начинать давать большие дозировки тоже не стоит. Однако пить этот чудодейственный напиток могут не все, есть противопоказания. Это острые заболевания желудка, а также аллергия на молочные продукты. А еще напиток нельзя употреблять в процессе лечения от алкогольной зависимости. Айгерим Уздыбаева, Алмаз Акимбек, Астана, Первый канал, Евразия.